До інших тем. Батьки школьника не мають претензій до наставниці середньої школи номер 2 города Чачерска, якая уступила у конфлікт з учнем 6 класу. Нагадаємо, у телеграм-каналах і на сторонках некоторых інтернет-виданняў активно обмярковалася новина об тим, что педагог нібито ударила учня об парту, у выніку чого той отримав черепно-мозговую травму. Однак, як гэта часто отбывается, новина оказалася далекой от реальности. Хлопчик отчувае себе добра, батьки претензий до школы не мають, конфликт вычерпаны. Засталіся только негативные комментарии у интернете и информационный натиск на батьков, каб те выказали свои думки супраць классного кіраўніка. Наши корреспонденты оценили ситуацию. Гэта быў звычайны урок беларускай мовы. Адзін з вучняў павёў сябе непатрэбным чынам. На неаднаразовыя заўвагі класнага кіраўніка з яго боку рэакцыі не было. Тады педагог вырашыла вярнуць увагу хлопца пры дапамозе фізічнага ўздзеяння. Дзеці работалі, некаторыя адвлекались, і ребёнак, про которого сейчас пойдет речь, немножко начал нарушать дисциплину. Я сделала ему замечание, он не реагировал на данное замечание. Ну, потом я подошла к нему и повернула голову его в сторону тетради. И, вырываясь с моих рук, он повернулся и ударился о парту. Батька вучня распавёў, што пасля школы яго сын паскардзіўся на дрэннае самаадчуванне, і мужчына прыняў адзінае вернае рашэнне звярнуцца да медыкаў. Ребёнак прыйшоў са школы, сказал, что болит голова. Я его повел в больницу. Мы пришли на прием, нас отправили в приемный покой и поставили диагноз, что ЧМТ. После информации стала ведомая милиции, праздник которой час явилась на сторонках интернет-выданий. И, как ствержают, у школе почалась травля как в учнях этого класса, так и наставников навучальной установы. Миколай Васильевич, батька потерпелого хлопчика, кажет, что тяжко пережил минулый тыдень. Да это можно было как бы урегулировать и даже в черте района. Как бы не надо было его носить это все. К администрации, как бы школы я претензий вообще никаких не имею. Просто хочу как бы попросить, чтобы в соцсетях всякий бред не писали, что как бы у меня неблагополучная семья, что я как бы и наркоман, и алкоголик. То, что пишется такое, что как бы, ну прошу, не надо такого делать. Не зная семьи, как бы, зачем такое писать? Публікацыя адразу набрала папулярнасці. Гэта той выпадак, калі такія канфлікты ні на карысць, ні школе, ні педагогам, ні бацькам. Заняткі на наступны дзень у класе прадоўжыліся ў звыклым рэжыме, а ў сацыяльных сетках падлівалі масла ў агонь. Я крайне расстроена, что на моем уроке произошел этот инцидент, и ребенок получил травму. Конечно, я чувствую, как бы там ни было, я чувствую вину свою в этом. Конечно, мы сделали выводы, и я уверена, что данная ситуация никак не повлияет на нашу дальнейшую работу. Семья Артема дружная, благополучная. Мы всегда тесно взаимодействовали с родителями Артема, и я думаю, что в данной ситуации мы справимся. Ситуация одразу трапила на контроль у райвыканкаме. Были проанализованы поводины вучня и наставника, проведены размовы с кіраўніцтвам школы. У вынику отсутности претензий обо двух боков конфликту его вырашили не обвострать. Конечно, мы дополнительно еще раз проработаем в педагогических коллективах района сложившуюся ситуацию, проведем информационно-разъяснительную беседу с коллективом о недопущении нарушений педагогической этики. Также проведем родительские собрания, где рассмотрим вопрос о корректном поведении обучающихся на уроках, о безопасном поведении детей на уроках, о недопущении травмирования. Ведь главная наша задача – это чтобы все дети были здоровы и безопасное нахождение в школе было обеспечено. Усё частей ситуация, подобная на тую, что отбылася у Чачерской школе, хутка становится темой для публичного обмеркования. Первая реакция – обвиноватить педагога. Однако заусёды треба разбираться. Каб не нанести травмы або двум бокам конфликту, лепей гэта рабіць без оголоски. До прыкладу яшчэ на областным жнівінскім педсавете старшыня гомельскага аблвыканкама Геннадий Чалавей отзначил, что внутрышкольные конфликты не повинны становиться здобытком широкой публики, а вырашаться при допомозе специалистов. Всегда проще критиковать, вешать ярлыки, порой весьма оскорбительные. Учитель сегодня живет в постоянном стрессе. То и дело отражая удары то от детей, то от родителей, то чего греха таить от администрации школы и отраслевых вышестоящих органов. Так и накапливаются стрессы, на фоне которых потом возникают трудноразрешимые конфликты. Специалисты рают звертаться до медиаторов. Конфликты у школе так само могут быть разгледжены профессионалами в области права. И частей за все, знайсти такое решение, каб оно задовольняло усе баки инцидента, отрывливается до эскалации конфликту. К медиатору желательно обращаться при возникновении конфликта. Чем раньше, тем лучше.
потому что вот конфликт, когда развивается, к нему могут подключаться все больше участников, которые поддерживают, там каждый высказывает поддержку той или иной стороне конфликта, и тем самым придавая или вливая новые силы и помогая конфликту развиваться. Естественно, это не способствует снятию напряженности. Александр Гамоля, Валерий Гапанько, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель».